Эй, всем привет, путники интернета, с вами Никет Самаракайта. В этом видео я буду проходить игру под названием Army Man World War. Вы понимаете, я сейчас недавно искал игру специально, чтобы, ну, сыграть на эмуляторе какую-нибудь из детства там. Находил. Вообще хотел заснять Динокризис, но как-то не вышло. И потом я начал смотреть, какие же игры все-таки есть на PlayStation 1. Вспомнил, Army Man. Действительно, есть такая игра на PlayStation, причем не одна часть. Там есть World War, World War, Land, Sea, Air, Final Frontiers. У меня даже куча историй, в принципе, связана с этой игрой. Одна из них, ну, давайте я сейчас вначале все скажу. Я помню, настолько хотел сильно сыграть Final Frontiers, что мой брат двоюродный просто взял и сломал этот диск. Я помню, плакал, потому что я хотел играть в игру, а не выходить на улицу и играть. То есть, вот такие вот воспоминания. И еще я искал, да, вот World War обычный. И нашел. У меня было World War, World War, Land and Sea, Air, и Final Frontiers этот был. Это не мой, это братов был. А вот прошел, кстати, я это Team Assault. Вот это я помню. Вот это вот ностальгия, действительно. Ну и эта игра ностальгия. Но я решил взять вот эту вот часть, потому что я ее не проходил. Так что начнем вот с этой. Я думаю, буду теперь играть в Army Man. Делать полное прохождение, посмотрел на ютубе, они длятся прохождения эти, ну, вообще, это мало, очень мало, поэтому, я думаю, давай-ка я запишу, уже время спать, а я все-таки пройду игру. Ладно, ну что, теперь мы нажимаем игра, да? Сейчас я звук отрегулирую, вам тут не видно, ага, как я регулирую звук, сейчас подождите чуток. А, тут птички поют. А я, кстати, не слышал. Нет, я не слышал. Так, давайте, ага. Вот имени. Плевать, короче, чтение. Вот оно, вот у нас чтение. У меня, кстати, момент был написан, Team Assault, когда я играл на PlayStation 1. Кстати, пишите в комментариях, какая ваша любимая часть была. О, база находится в лесу. Убей всех и найди радио. Как сюжет начинается? Что происходит? Непонятно, честно говоря. Так, я буду сохраняться, извините меня, я, наверное, не пройду так быстро, просто хочется насладиться игрой. Ладно, здесь нет прицела, Land как его? Sea Air, по-моему, так называется, там он был. Да, так, не застрять. Так, давайте посмотрим назад. Я не помню, на самом деле, чтобы вообще у меня звук был, кстати, на PlayStation. Вот это вот я, кстати, не помню. Так куда идти? Я уже потерялся. Погодите, что? А, сюда. Так, аккуратно идем, потому что я тут начал играть, и тут сложность просто... Для меня это писец. Что-то как-то мне раньше было намного легче играть. Вот, о, пизденыш! Вот он пробежал. А тут как-то приседать же можно, я только не помню как. Это вот проблема. Тут и музыка есть. Для меня это как-то непривычно. У меня все без музыки было. Вроде бы. Да где ты там, ёбаный в рот? Вот он ты. Вот, давай. Ага, он мне не попал. Отличненько. Так, вот, я того вижу. Сейчас. Иди сюда, давай! Сдох, вот, отличненько. Ага, все. Жаль, что сейчас серия игр это не выходит. В новом, как бы сказать, облике. Я так вот выражусь. Это печатненько. Так, кто-то там же еще есть, да, верно? Нет, тут аптечка есть. Но аптечка мне, по-моему, не надо. Мы используем, когда вот подходим и используем, да? Я вижу, кстати, вон он. Ага, ты ж меня тоже видишь, да? Так, тихо, давай. О, все, по-моему, убил, да? Там еще, а, вон он есть. Я в кустах этого убил? В кустах до этого я убил. А теперь выходить потихоньку надо. Во! Говнюк, иди сюда. Я в него не попадаю, наверное. Нет. А, во! Все, попал. Отлично. Значит, надо убить всех и найти радио. Если я эту миссию, по-моему, не выполню, я на конец уровня не попаду. Я настолько все помню. Здесь есть кто-нибудь? Я просто боюсь, что сзади кто-то будет. Нету? Нету. Ага.
Никто не прячется в кустах. Подождите, дайте-ка я все проверю. Нет, нету. А, идем дальше тогда. Идем дальше. Так, и... О-о-о! Видите, видите, видите? Я попадаю в него вообще? Вроде его... Ну, типа, короче, желтая. Бля, я в него попадаю вообще? Не, по-моему, в него не попадаю. Алло! А, во, попал. Ага, отлично, все. Замечательно. Так, а что дальше-то будет? На горах там никто не будет. Так, вот. О! Тихо, вот что, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не попадай, блядь, не стреляй меня даже. Мне ж... Нисколько не отняли жизни, вроде бы. Все много? Я помню, я раньше в детстве боялся, типа, выходить из-за угла, стрелять. Потому что я боялся, что вот жизик нету. Вот в детстве был вот хардкор, да. Боялся выходить из-за дерева, там, аккуратненько вот тык-тык-тык-тык, целился и стрелял, чтобы вот не подохнуть. Радио впереди, насколько я помню, кстати, из детства. Так, где? Я раньше смелым был, кстати. А сейчас что? Потихоньку... Сука! Ой. Блин, он меня уже... Гляньте, как он меня ранил. Это реально хардкор. Это противник или... А, это цель, наверное. Да? Так, тихо. Выходи, выходи, выходи. По-моему, сейчас уровень закончится. Вот засранец. Здесь никого нету. Да-да-да-да-да. Блять, кто? Это он, что ли, стрельнул уходит? Или кто? Бля, опасно идти. Вон он, я вижу. Вот так, я раньше вот так вот стрелял. Куда? Куда? А, ты сдох. Вот так вот легче, на самом деле. Но иногда прицелиться нужно. В смысле. А-а-а! Умер. Отлично. Так, я здесь. Здесь вот и должен быть, да? Или... Так, я нашел и радио. Или что надо? Погодите, я что-то не пойму. Я радио нашел. И найдите... Убейте всех и найдите радио. Может, мне радио разрушить надо? Как вы думаете, миссия не будет правильно? Сейчас сохранюсь. А, все. Зачтено. Сохранение. Дали без сохранения. Сохранить, давайте. Так, тестим карту, не трогать. Так, давайте-ка сохранимся на всякий случай. Ага. А, вот оно что, в чем дело. Это так заканчивается миссия. Я-то просто не помню, что там. Ну, какая вторая миссия будет? Тут особого сюжета, в принципе, нету. Так что, как-то так вот. Читаем. В деревне на севере база Тана. Что? Охрана деревни, 50 солдат. Иди туда и убей всех. База Тана в деревне, убей всех. Ай, короче, такая банальная миссия. А, сейчас мост будет, насколько я помню, кстати, да? Бля, как же прикольно вернуться в детство. Ух, блядь, ты в смысле, ты не умер? Как он не умер? Я же в него сейчас стрелял. Чувак. Что? Тихо. Давай, 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 давай. Вот, я надеюсь, его убил. Я надеюсь, его убил. Да, все. А, это я меняю пушку. Ага, отлично. Здесь надо быть внимательным. Может, еще Medal of Honor заснять. Блин, меня понесло на ностальгию. Вообще не хочется в новые игры играть. Вот оно, вот оно. Главные эмоции. Ой, бля, вот это я помню, вот это я помню, кстати. Так, тихо. Отлично, попал. Так, сейчас я буду смотреть. На вышке же есть кто-то тоже, нет? Я не вижу, честно. Это тоже, наверное, короткая будет миссия, я так понимаю. В пулемёт можешь захерачить всех. А как сесть? А как сесть? В смысле, что за... Ой, бляха-муха. Идем, идем обратно. Пиздец, блядь. Из-за трупа... Тихо-тихо-тихо-тихо. А как сесть можно было? Серьезно? Пиздец. Это... Меня труп помешал, прикиньте. Я реально труп помешал. На.
Ладно, давайте я сохранюсь. Давайте вот так вот сделаем. Взяли, выбежали. Я помню этот момент, я помню. Так, отлично. Я не помню, до какого уровня доходил. Там, по-моему, аэропорт будет. Ой, аэродром будет. Странно, что они меня не стреляют. А что это они меня не стреляют? Ха, странно, ребята. Кто выбегут, меня начнут стрелять. Кто у меня не стреляет? О, командир, по-моему, да? Погоди-ка ты, погоди-ка. Я в него попадаю вообще? Нет, надо вот так вот сделать. Сейчас. Ну-ка, еще раз, давай. Я в него стреляю вообще? Чел. Отлично, отлично. Найс. Блять! Ладно. Назад. Меня сейчас будет убивать по много раз, по-моему. Я-то не знал. Назад, 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 назад. Я же говорил, что я сохраню... Сука. Я же говорил, что я сохранение буду использовать. Кто? А почему с оттуда? Блять, этот звук еще бесячий, честно, я помню. Что, мне приходится все заново, что ли, делать? Так, тихо, уходим, уходим, уходим. Пока ты еще развернешься. Ой-ой-ой-ой. Блин, я не хочу подыхать много раз, а нет. По-моему, мне заново надо начать. Давайте заново начнем, типа, хули. Бля! Ну, я за пулемет хотел бы сесть. Так, база Таноса, там, тому подобное. Таноса. Вот откуда он выбежал? Вот. Где-то еще ходит. Как так вышел? Еще раз. Я в него стрельнул, он умер. Или здесь кто-то ходит? А вот он, гляньте-ка. Опа! Убил. Все. Найс. Ладно, давайте теперь поаккуратнее, серьезно, а то я решил так пойти. Там следующая миссия, по-моему, ночью будет, насколько я помню. Ёбаная ловушка, на. Здесь я сохранюсь. Ага, отлично. Как сесть за пушку-то? Может, на кружок? Сейчас, погодите, я только подойду. Вот, все, сейчас. Давай. А как? А, вот оно что. Охуели, а! Воу-воу-воу, сколько у вас тут. Гляньте-ка, гляньте-ка, гляньте-ка. Что-то они тупят. Почему этот не сдыхает, а кто-то меня там шмаляет? Нихуя себе. Кто у меня шмаляет, вообще не пойму. Сзади. О. Уходим. О, а, не, нельзя. Блять, почему, когда шанс есть? Что за хуйня, как... Почему? Шанс был. Отлично даже. Он тут... А, его тут нету. Так, давайте на треугольник все. Погнали. Вау! Вау! Так, давайте. Выходите, где вы там? Сосунки. Нихуя, сколько их убивал. Почему я этого не могу убить? Здесь никого нету. Что-то они тупят почему-то. Вот, на. А чё я тут не умираю? Ты, гляньте на него. Вот, умер. Что, блин, происходит? А, все? А, вот и все, там 50 человек говорили. Сейчас будем смотреть, кто тут еще остался. Вьетнам номер 2. Ой, блин. Куда-то пошел. Куда, куда, куда? Ага, сбежать решил, гляньте-ка. А вот хрен тебе. Я вижу, сейчас мы будем стрелять. С отсюда я попадаю. Отличненько. Кстати, мне не отняли жизнь. Этот еще жив? Погодите. Можно его убить до конца? Ага, вот. Так. Вон он там. Вижу. Ну, стреляй, стреляй, давай, 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 давай. От... Все, сдох, отличненько. Так, а, вот он еще есть. Ага. Вообще зашибись, блин. Вот не зря я начал играть в Army Man. Найс.
Я вам рекомендую сыграть, даже если у вас PlayStation не было, просто попробуйте. А у кого было, но тот наткнулся нечаянно на мое видео, я вас поздравляю, давайте-ка, да. Вспомните детство, блин, это ж прикольно. Где тут, кто тут еще прячется? Нет, тут никого и нету. Ага. Ладно, идем дальше. Так, поаккуратнее вот так вот тут. Может... А, вот оно что, это надо было уничтожить? Это обязательно надо уничтожить? Зачтено. А что тут только? Они такие маленькие. Что-то как-то непривычно. Good safe rest. Ладно. Так, ладно, мы убили. 50 человек? Мы 50 человек убили? Ладно, сейчас, по-моему, ночь будет. Там-то миссия была ночью, я вроде как помню. Считаем. Ну и? На острове из зона Тана. Иди через мост к зоне. А, и все. Кто-то, по-моему, на меня сейчас будет идти, я насколько помню. Пиздюк! Но он мне почти... Но он мне вообще не отнял вроде жизни. А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, я в него вообще не попадаю. Ну, зашибись, ладно. Ладно, я сохранюсь. Тут, в принципе, уровни, по-моему, коротенькие. Так. Аптечка есть, блядь. Здесь вот есть кто-то. Вот явно. Вот я чувствую. Сейчас только выберу. Сейчас, это я потом все применю. А, никого нету, нет. Так. Опа! Тихо, куда? Куда? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот плохо. А можно его снести? Блять, а как это снести? Я что-то не помню никакого вертолета. Опа, чирик. Меня стреляет вообще? А как его убить? Ага. Ни хрена себе. А как это быть? У меня базуки нету никакой. Или мне обязательно найти надо? Нет, только вот это вот. Базуки никакой нету, не-не-не-не-не-не. Берем вот это вот. Так, продолжаем. У меня просто залипание клавиш было долбанное. Так. Как бы пройти дальше? Сейчас, через мост вообще. А как я через мост пройду? Не понимаю. А-а-а! И как мне это быть? Нихуя себе! Но меня сейчас убьют здесь. Ну, естественно. Ну да, так и будет. А как мне быть? А, может пулеметчика снести? Погодите-ка. А как это так? Я вот вижу того, можно... Может... Ах, нет, я не могу дотянуться. Бля, уже меня стреляют здесь, гляньте-ка. Ага. Теперь того, хуяк, давай. Ага. Того, по-моему, я убил. Теперь этот остается. Нормально. Теперь как этого лоха убить, ё-мо, который тут летает? Попробую проскочить. Меня сейчас, по-моему, замочат. Ебись, оно в рот, что мне делать-то? Реально. Что-то хардкорно пошло. А как мне быть-то? Во-во-во, остановился. Там никто не стреляет, вот в том-то и дело, никто. Ну, бляха, муха. А, я в него прям стреляю, кстати. Направление идет на него. Я что-то не помню такого. Давайте дальше так вот идти. Опа. Чирик. Ой. Меня сейчас убьют, реально. А как пройти? Я не помню. Сейчас я приманю этих. Вот, пускай они идут. Или... А, мне дальше надо идти. Там просто автомат сам стреляет. Сам автомат стреляет. А как быть? Мне кажется, самолет вообще... Ой, вертолет вообще никак не сбить.
Как бы, как в него не стреляю, вообще ничего. Ну вот, сейчас я подойду. Вот, не реагирует, гляньте-ка. Ну, а как бить-то? Может, когда он будет лететь здесь поближе? Сейчас попробуем. Ну-ка. Блядь, все равно стреляет. Я что-то вообще не пойму. Как я в детстве это проходил, я даже не помню, честно. Вроде до какого-то уровня доходил. Ну, давайте я здесь стану. Вы там все выходите. Заебали. Так. Да, и гляньте-ка, они не выходят. С базуки вообще стрелять бы, но... Да ни хрена вообще ничего! А как мне быть? У меня начали стрелять. Глянь. То есть он меня не замечает изначально. То есть изначально он меня не замечает. То есть разворачиваемся, просто идем назад. Меня сейчас могут убить. А, вот теперь аптечку я возьму. Иди нахуй. Или я взял ее? Я взял ее, то есть не помните? Погоди, в смысле? А, или это не враг? Не, погоди, стоп. На врага похож. Прям очень сильно, кстати. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, ну а как мне быть-то? Аптечку я взял, взял, да. Да. А дальше-то как быть? Он мне стрелять будет. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну-ка, попробую попасть вот сюда. Вот он. Кто? Кто посмел? Я не вижу никого. Тут присесть как-то можно вообще? Прилечь, точнее. Я без понятия, как это пройти. Правда. Меня захерачит сейчас этот. А, базука на этой стороне. А как я вы... А как? То есть мне просто надо бежать. Просто бежать. Вау! Всех уничтожать здесь. Вау! Вау! Ох, блядь, почти! Видали? Видали? Все, значит, возможно это все сделать сейчас. Сейчас все сделаем. Сейчас после нескольких попыток все, короче, вот так вот сделаю. Ага, отлично, я сохранился. Все сейчас будет нормально. Сейчас мы захуяримся. Отлично, вот! 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 И мне дальше надо идти. Так, тихо, иди ты в жопу, ты меня не заденешь. А, вот. Назад заново. Так. Кто? Как? А как он посмел, в смысле? Подожди, а как он стрелял в меня? А! Стоять! Думал, выживешь. Ах, хер тебе. Чё-то ты странно меня не стрелял. Ладно. Так, аккуратнее. Да, еще раз говорю, извиняюсь, что сохранениями, но иначе это будет долго, реально. Я просто, в принципе, покайфовать с игры пришел. А не челлендж там какой-то устраивать. Почему они не умирают? Ты как бы сдохнуть должен. Ебать, что за хрень? А почему ты не умер? Другой. А как так? О. Пули должны попадать. А могу я наверх? Вот. Ага. Очень странно, то я пулеметом 10 минут убиваю противника, то... Сейчас, погодите, я сохранюсь, вот. Ты, по идее, должен умереть. Но он не умирает. Это статуя? Что это? Почему он не умирает?
Бля, ты охренел? А этот умрет с пулеметом. Сейчас, погодите. А, может это муляж, что ли? А, вот оно что. То есть вы специально это сделали? Вот пиздики. Вот. Вот это вот берем. Значит, тут много пушек. Вау, иди нахуй! Меня не пытайся убить. У меня сохранение. Так. Через это не пройти. Что там надо уничтожить? Вот красно помечено. Ну, типа, в зону проникнуть. Типа, ночь сейчас будет, я так понимаю. Опа, опа, отлично. Там же кто-то еще есть. Я это чувствую. Кто-то у меня там уже хреначит. О! Погоди, вот, погоди, погоди. А, я понял, все, извиняюсь сейчас. С пулемета ты чего? На. Так, 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 погодите, погодите, погоди. Погоди, погоди, сейчас. Давай. О, четко. И что дальше? Идти куда мне вниз? А, все! Это и надо было сделать. Блин, ну игра крутая, реально. Я вам советую скачать ее и сыграть. Те, кто не играли, рекомендую. Рекомендую. Читаем. Ну и что дальше? Читаем, читаем, читаем. Иди в зону и освободи 3 солдат. Один должен идти с тобой. Тут так вкратце все понятно написано. Типа никакого длинного брифинга. Вот прикольно. Вот, говорю, ночь. Вот. Блять, я, по-моему, на этом моменте застрял. А может быть и нет. Я не помню точно. Тут подниму тревогу. Интересно. Ой. А что это все пропадает? Я даже прилечь не могу, в чем дело. А тут, блядь, где-то война идет. Вьетнам, блин, игрушечный. Так. А как мне пройти? Наверх-то никак не забраться. Но мне можно, в принципе, стрельнуть, выходит. Или... А, или сюда. Сюда пройти, что ли? А вот прилечь я не помню как. А, реально? Погодите. Я этого не знал. А, вот оно что. Все, я понял. Блять, понеслось. Ох, мать. Все, пошли, пошло, пошло, поехало. Сейчас меня будет убивать здесь. Вау, 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 вау. Мы сейчас скроемся, все будет чики-пути, все нормально. Короче, все нормально. Продолжаем дальше играть. На что я вообще нажал, я даже не заметил. Блин, это было долговато относительно. Так, давай, 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 давай. Ага, отлично. Кто-то мне стреляет. Он вообще не по мне стреляет. Он вообще не по мне стреляет. Эй! Где кто? А, вот. Сейчас мы того снесем. Ага, отлично. Это этот солдат здесь, да? Вижу тебя. Ой, тебе как зомби, что ли? В кого он стреляет? Алло, я здесь! Не знаю, в кого он стреляет, но и я почему-то не могу попасть в него. Можно ли это считать за баг, кстати, на PlayStation? И я стреляю в стенку, вообще не понимаю. Один со мной должен идти, там было написано. Вот в кого он стреляет? Что ты делаешь? Он притворился, что он сдох, кстати. Я что-то не верю, что он умер. Я не верю. Я не верю. Я вообще, ну как видите, я не попал в него. Проскочил мимо жопы, как говорится. Ого, что там? Как я сделал? А! Так это так нажимается. 9 у меня, в моем случае. Я не понимаю, в кого они стреляют. Ребята, остановитесь. Ну, это к лучшему даже, кстати.
то, что они вообще стреляют хрен пойми кого. Я вообще здесь. Вообще я должен попасть вот на эти штучки. Не знаю, как это сделать. Сейчас посмотрим. А, и тут есть. О! Так. Это тоже какая-то комиссия. Пиздюк! Кто-то мне еще стреляет. На, сука. Ладно, я с таким останусь. Я готов. Потому что уже сейчас конец уровня, я чувствую, будет. Так. А, может сейчас и выйдут? Калаш, дайте мне. О, а. И в чем он хорош? У меня же, кстати, оружие пропадает. А, может, как я освобожу их? Наверное, на меня будет нападать, да, я так понимаю? Скорее! Что скорее? И что? Что случилось? А, как это? Как освободить? Погодите, стоп, сейчас. Не понимаю. А, вот, ну что. Просто ужас. Опять нажал, и все. Пинк! Так вот, уходим. Бля, по-моему, там опять вон. Сейчас будет стрельба у нас. Чувствую. Ага, сейчас я пойду. Сейчас я сдохну, мне кажется. Тихо. Сейчас, тихо. Он же меня не попадет с отсюда, верно? Ай, бля! Попал. Зараза, сейчас. А как бы... Ага. Ну что, сейчас на тачке, что ли, пойдем? Что я помню, однако... Ай, блядь! Ой, блин, это много-много-многовато. Назад. Ребята, как-нибудь сами. Или все от меня зависит. Ау. Миссия будет провальная, если они сдохнут, кстати. Ай, и они реально все сдохли. Даже не знаю, что сказать. Это по... А, один из них... А, один вот есть у нас. Отлично. Так. Сейчас еще будет. Вертолет летит. Так. Сейчас что-то будет, я чувствую. А, это наши? А, это все? А, вот оно что. То есть мы должны были своих спасти. А, чуметь. Ну давай, че, иди сюда. А я-то что должен? А я... Ничего себе. А меня забыли. Вот так вот. Нет, а что мне дальше-то делать? Мне что, ждать, что ли? А, защитено. А, ну так, если так, я думаю, я с ним полечу. Я просто реально говорю, я не помню, что там творится вообще в этой игре. Так, сохранить. Ага, давай. Сохраняем, не тронь... Не тронь карту. Тут так еще написано, не тронь ее. Читаем. Так, это тут-то что будет? Мы спасли пленных и... А, лодка для дороги. Лодку найти? По-нормальному бы написали. Лодка для дороги. А, вот эту я миссию, кстати, помню. Так, иди. Опа, вот. Зашугались. Бля, вот сейчас вот будет сложновато, я чувствую. Я не люблю такие миссии вообще в Армии Мэне. Все, вас двое? Ага. По-моему, так. Вот это я помню, вот это... Все, вот это вот, все. Я помню, я настолько не любил эти миссии, потому что тебя могут просто запросто убить. Ну и? А куда я... А, она сама плывет? А, ну ладно, сейчас сохранюсь. Ага. Кто? Где? Я не понял, кто у меня вообще стреляет. С откуда? Сейчас мне надо это уничтожать. А-а-а! Быстрее! Так, не уничтожь. Для меня не надо. В целом все вроде нормально, да? Идет.
Кто меня убил? Кто меня стреляет? А, может, сзади кто-то? Вертолет, ёпта, где, откуда, что? Я не понимаю, а. А, вот он ты, сука, на. Я даже жизнь своих не вижу, кстати. Где они? Что за кринж? Где мои же... А, вижу. Ладно. Ну, извините, я вообще не видел свои жизни. Мне... Ладно, еще раз. Блять. Ну ты где он, на? Что ты меня тут, сука, стреляешь? Пошел вон отсюда. Вот. Теперь второй влетает, да, я так понимаю? Кто? Откуда? Кто стреляет? Это мне интересно, погодите, сейчас. Кто стреляет меня? Нихуя не ясно, меня стреляют. Вот. Просто гляньте. Кто? Кто это делает? Да вы охуели! Не повернуться вообще. То есть убивай, все нормально будет. Я реально... Что за хрень? Можно отцепить... А. А, вот оно что. Вот оно что. Ну, блядь. Ладно, я понял, как все это будет работать здесь. Ладно. Так, на треугольник это все делается. Я понял вас. Так, где нахуй... А могу ли я сам управлять этим? Твое авто уничтожено. Давайте заново, короче, ладно. Бля. Ай. На самом деле, я понял все. Как все тут. Как быть в такой ситуации? Я изначально-то не знал, что менять можно на треугольник, то ё-моё. Блять, и в меня начинает стрелять! И дальше идет, как не бывало. Ё-моё. Так. Ну что ж, давайте. Треугольник. Угу, погнали. Я думаю, начать вот с этого. И сразу уничтожить. Сейчас первые признаки вертолета я увижу. Ну, то есть вообще сам я увижу вертолет, я его уничтожу. Вот где? Откуда кто стреляет? А, ёб твою мать! Ну ничего себе, блядь, вы даете. Это очень сложно, как бы. Я вообще уже без рук. Да ну нахуй, заново, нет, сейчас. Я говорю, много мата будет, но... Так вот кто здесь, а не только вертолет. Я понял, ладно. Сейчас, эту всю хрень я уничтожу здесь. Ага, отлично. Сейчас, где-нибудь этой фигни. Вот, можно теперь и уничтожать эту тварь. Где ты, сука, летающая, где? Погоди, да я не пойму! Кто где-то стреляет меня тут? Что мне туда стрелять? Ну-ка, мне... Я буду уничтожать это. Вот кто? Вот ты, сука, сдохнешь. Вот, отлично, я сохранился сейчас, как вы могли заметить. Сейчас будем уничтожать вот эту. Он начинается. За мной погонят. О, да, вот. Да, начинается. Так, тихо, блядь, тихо. Тихо. Пошел ты нахер. Тихо. Ой-ой-ой. Кто это понаставил? Вы что, совсем, что ли? Ой-ой-ой. Как это вообще проходило? Я не знаю. Я сейчас 21-летний. Не могу пройти. А тут, бля, ребенок. Стресс был, явно. А, или все, или конец. Или... А, нет, не конец. Ебанулся!
Что? А, ну дальше я понял, дальше ничего не будет. В принципе, сейчас я должен это уничтожить. Ага, все. Теперь этот остался. Давай, 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 давай. Ага. Отлично. Блять, бомбы! Фу. Не, меня сейчас убьют явно. Посмотрите, сколько жизнек осталось. Ой, ой, ой. Ну я, ну конечно. Ладно, сейчас. Не, ну я не заметил, ну блять, ну... Бля. Сейчас. Давай, 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 давай. Бля, тут... Не, ну это смерть. Смерть. Все. Мне пипец. Да как тут нахуй за всем следить? Не понимаю вообще. Сейчас, еще раз. Не, по-моему, это все, это пипец. Оставлять эту жизнь или нет? Ладно, сейчас посмотрим. Так, сейчас я это уничтожу. Ага. Ага. Что там дальше будет? В бомбу стреляй, сука! Да, вот. Ага, 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 ага. Ну ладно, пусть будет так. По-моему, я все, все. Все, конец уровня. Я очень сильно надеюсь. Нет? Куда я плыву? Клево, солдат! У меня одни ноги остались. Клево, солдат. Фух, спасибо, все, хватит. Что? А. Ну давай. Зачем сейчас сохраняюсь? Ну, не знаю, ладно. Просто так. Не, в следующий раз я этого делать не буду, типа я не вижу смысла. Считаем. Теперь-то что? Да, я за один час-то не пройду эту игру. Нам нужен самолет для начала вторжения на территории. Ага. Базука для уничтожения самолетов. У вас есть 8 минут. Ага. Я понял. У вас есть 8 минут. А где таймер? Еще ты. А, по-моему, я до этого момента дошел и все. Куда, блядь? Куда все забегали, гляньте-ка. Сколько их вообще здесь? Бля, меня уже стреляли, когда я сохраняться начал. Зараза. Базука, базука, базука. Ладно, окей. Мне надо этих убить. О, понеслось. Погодите, погодите. Кто? А чё ты здесь делаешь-то, а? На. Блин, гляньте, как, какой хитрый. Уселся тут и начинает. Так, мне базуку надо, да, найти. Да, когда сохранение у меня такой клёвый, а. Крутой. Но на самом-то деле... Вообще нет. Без сохранения просто лох. Абсолютный. Так, и чё? А могу я просто так уничтожить? Нет? Все, обратно, все, я понял, сейчас. Так, теперь поаккуратнее, поаккуратнее. Надо их уничтожать. Где все эти... Блять! Пиздец! Ага, кто тут еще есть? А, вот они... А, вот на что. Тихо, тихо, тихо. Вау! Тихо. Абсолютно тихо. Сейчас. Блять, главное, чтобы он меня не убил. Да, 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 я сохранюсь. Я буду так делать. Эти миссии тоже, на самом деле, они такие нормальные. Ага. Все. Идеально. Идем дальше. Вот что это? А его нельзя так уничтожить? Нет? Ну ладно. Ну-ка, погодите. А, вот. Почему у меня залипание клавиш каждый раз? Да что это такое? Тыц, тыц, тыц. О, тихо. Я все правильно делаю?
самолет уже надо уничтожить. А, самолеты. Блять, это была ошибка. Ладно. Я вас понял. А что это он не взлетает? Погодите. У меня базука есть. Опять залипание клавиш. Да что это такое? У меня залипание клавиш каждый раз. Это... Ой, блядь, я не могу. Сейчас. Блин, меня с оттуда пытаются убить. Да что это такое? Вот теперь мне реально с залипанием клавиш, мне очень, блядь, плохо. Все, уходим. Вот за мной идут. Ага, вот, я теперь... Опять залипание клавиш. Заебали эти залипания клавиш. Запись номер 2. Отлично. Так, теперь что нам нужно? Теперь нам нужно... Так, тыц. Сейчас. Я буду на восьмерку нажимать, на самом деле. Все, сейчас. Угу. Так, это я пока не буду забирать. Чтобы залипания клавиш не было, я буду на восьмерку нажимать и вот так вот менять. Потому что на shift у меня, ну, это вообще пиздец. Так, уходим. Уходи. Вот, теперь залипания клавиш особых-то и нету. Да вообще нету. Что это было? Подожди, а почему оно не взорвалось? Мне интересно. Ну вот у колеса. Погоди-ка ты. Ну и. Во! Во! Вот это вот нормально. А почему тогда не действовал? У колеса, значит, надо ставить. Нихера, сколько их тут. Многовато всего. Так, тихо, аккуратно. Ага, вот. Я взорвал там, надеюсь. Во. Вау. И здесь закрывайся. Давай. У тебя есть 8 минут, мне сказали. Ну, ладно. Вау. А что ты меня не стрелял, ё-моё? Ой, я думал, музыка из Крестного Отца идет. Ладно. Так, если у меня 8 минут, ну, попробуем. А у меня бомб больше нет, вроде. Да? Ну да. Да, ладно, я здесь сохранюсь. Бомб у меня нету. Тогда что делать? Идти искать его будет. Пошли. Я его так убил, он аж упал. Ой, блядь, кто? Тихо. Там не будет написано время вышло, все, конец. Где кто ходит? Я пока не вижу ни. Ладно, идем. О, тихо! Все, я тебя вижу. В голову. В голову тоже тебе. Ага. И тебя. А почему я в тебя не могу попасть? Давай! А, он автоматом наводится, кстати. Закрывай тут все. А, вот он еще есть. Че? А, в смысле, ты не умер? Нет, он умер. Я через трупы не могу проходить этот штук. Ладно. Так, помер. Вижу. Ага. Так, теперь что тут? Кого уничтожать? Непонятно. Мало времени. Ёб твою мать, в смысле? Ай! Мало времени. Ладно. Погнали. Ага. Все, короче, мы вот так вот будем уничтожить. Мало времени. Это сколько осталось? Мало времени. Похуй на динамиты. Раз.
2. Клево, солдат, все. Ха! Надо было базукой просто. Ну да, растянуло я время, но и ладно. Ну, короче, мы все. Давайте без сохранения. Нахрен не нужно. Читаем дальше. У меня есть свое сохранение. Идем через зону врага. А вот здесь я не был. У вас 10 минут на охрану зоны. Не убивай своих солдат. Ну ладно. Вот здесь вот я не был. Ой. Ой-ой-ой. Очуметь, а вот это вот... А почему я зеленый, а не такие, как они? А, если здесь танк будет, я до этого... А, я возможно, доходил до этого момента. По-моему, здесь... А. Если у меня 10 минут, то пизду вас всех. Пошли дальше. Я так понимаю. То есть мне ехать надо? Погна... О! О, вот это я помню. Ни хрена себе. Иди, что? Что там было написано? Иди куда? Отлично, блин, этот золото. Но у меня 10 минут, как бы. И... Куда, блядь? Не-н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 е, не позволю, не позволю. Так, что тут еще есть? Просто можно зажать и стрелять, вот и все. Вот и... Вот и вся тема. Просто вот берете крестик, зажимаете и все, и стреляете. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, то есть мне его обязательно надо убить, да? Куда он? Слушай, зараза, иди сюда. Я за ним не успеваю. А, во, отлично, вот. Теперь тот остался, давай. Погнали, давай, газу, 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 газу. О, блядь, и ты еще здесь. Давай, 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 отлично. Теперь ты. Нахуй ты ехал? Что за бред? Ты ехал на него? Зачем? Нахуя, зачем? Ой, блин. Отлично. Зачем он это сделал? Зачем ты это сделал? Скажи мне, водитель, блин. Мы из-за тебя сдохли, поздравляю. Сейчас еще раз сохранюсь. Вот. Но у меня вопрос, реально, зачем он это сделал? Ого, их такой уже. То есть мне того надо просто кикать, да? Я так понимаю. О-о-о! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Закрывай-закрывай-закрывай! Нормально, но у меня хоть здоровье не самое лучшее, но ладно. Давай, останавливайся. Охрана территории, отлично. Ну, погнали. Так, ага, сейчас еще раз сохранение. Танки! Что-то я помню, потом в лес, по-моему, пойдем. Ага, отлично, один танк сдох. Это клево. А вот то, что у меня больше патронов нету, это вот как-то печально. И что мне делать? А, вот оно что, бери, 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 бери. Ага! Все. А, блядь, и третий еще идет, ё-моё. Так, берем. Я так понимаю, на этом уровне закончится, да? Вау. Так, и... Зачет. Заишибись. Нормально. Идем дальше. Блин, а мы сейчас, по-моему, по лесу пойдем. Я помню, миссия такая была... Необходимо зачистить территорию врага. Угу. Иди вниз. А-а-а, вот оно что, вот я здесь и остановился. Я дальше не проходил, я дальше не знаю, что будет. Здесь вот прям у меня жопа подгорала во время прохождения на PlayStation 1. Ну, а, все, они сдохли, все, они подохли, нормально. Гранаты. Мне не особо нужны гранаты, честно вам скажу.
Так, так, стреляйте. Ага, кто у меня там стреляет? Кто там еще есть? Там танки, по-моему, идут, да? Или кто? Бля, зря это все делаю, естественно. Нихуя себе! Это что было? Кто-то меня так стрельнул, базучик. Или это с танка мне пальнули? Погоди-ка ты. Мне не до конца ясно это. Вот она. Call of Duty от третьего лица на PS1 только. Можно так сказать. Ну, я сейчас вспомнил про это, кстати, про Call of Duty. Так, и... Где кто стреляет, не пойму. Блин. Чел, да... Кто-то мне стреляет, вообще непонятно. Наперед надо идти туда. Это что? Это наш танк. А я что, один, что ли? А какого хуя я один? Куда попёр? Отлично. Кто там стреляет? Вперед. Я вот до этой местности не помню, доходил я вообще или нет. Что это? Все? Не понял. Или какой-то еще другой путь есть. Тихо. Ага, отлично. Где-то кто-то еще есть. Танк едет вообще? Это финальная зона, что ли? Так что, я должен реально всех зачистить или... Это наши. Вау! Найс! Так куда надо там идти? Куда вы едете вообще? Сюда? А! Ну если сюда, то сюда, ладно. Так, ну тут сейчас понабегут. Я чувствую. Блин, звук куриц еще есть. Так, антитанковая мина уничтожит танки врага. Так, что, блядь? Погодите, что вообще происходит? Антитанковая мина? А-а-а! Суки! Я понял. Все, сейчас. А что антитанковая мина? А как я... Нихуя себе, как там стреляет. Ну да, я так подохну. Все верно. Вот, вижу. Вижу. Сейчас. А, антитанковая мина. Да блин. А, этот не умер! В смысле, а почему он не умер? Что? А я знал об этом. Блять, а теперь трудно пойти. Все, пошел. Антитанковая мина. Вот это перевод. Ну охуенно, вот. Кто так влупил, молодец. Блин, этот меня убили. Ну, сейчас. Я, кажется, все понял. А... Неудобно. Что это было? Не, неудобно целиться, правда, мне. Честно не скажу. Так, ну и... А, и тут меня убили. Так, сейчас, стоп, тихо. Я убью их? Я не дотягиваю до них вообще. Воу. Они пытаются меня стрелять. Ну, да, у них получается, но я-то не могу. Так, этот-то сдох, ладно.
Так, а как бы мне в него кинуть? Нет, так не это не дело. У меня нет ничего. Антитанковая. Что? Да блять, ну а как? Мне сюда не выйти. Да что за бред? А как быть-то? Антитанковые мины. Где, блядь, их взять-то? Сейчас обойду туда. А, вот оно. А. А. По-моему, заново надо все начинать, потому что это все. Понял. Необходимо зачистить территорию ВКГ, иди вниз. Ну давайте, ладно, по новой все. Погнали. Теперь я знаю, куда идти, просто по прямой дороге идем. Больше и не сворачиваем. Давай, вау! Они вот бегут, они. Ну, что так, ладно, стрельнули у меня. Ладно. Бля, ты охуел! У меня стрелять, на! Ну, я уже так. Полутопук, можно сказать. Да. Неаккуратный солдат, ё-моё. Вот. Этих-то надо в первую очередь уничтожать. Обязательно. Сейчас. Где ты, сука? Сейчас. Идите зачистить. Я своих-то не могу попасть. Ага. Так, идем сюда. Умер. А, во! Отлично. Вот и подох. Отлично. Теперь идем дальше. Надо побыстрее все сделать. Так будет лучше. Тихо, вон, он идет. Ага, отлично. Прыгнул, он умер. Кто стреляет? Опять кто-то. Слышите? Идем дальше. Будем смотреть, кто стреляет. Ой, блин, ой. Все, сейчас я опять закружусь. Кто ж меня стрелял-то? Минометчики эти самые. А, вот. Гранатку я возьму на всякий случай, да. Это нам нужно. Так, ну и жизньки. Ну, если я сюда не вернусь, то давайте возьмем. Да, бери. А чё эти идут? Не мож... Нельзя по рации сказать, типа, хули едете, дайте-ка зачистим мы эту территорию, потом только идите. Нет, надо, блядь, пиздовать туда. Так, это вот эта вот локация, да? Сейчас опять эта мина прилетит, да? Я что-то пропустил. Я вообще запутался, честно говоря. А, это эта локация, да. Да. И этого че... Подожди, что? И этого челика я, по-моему, не убил. Да? Или убил? Так, зараза, я, по-моему, тебя не убил. Блин! Охуенно. Ты просто зашибись. И как его убить-то? Во много раз подыхаю здесь. Ну и как его убить-то? Ау, это тут что ли? Погоди, у меня прилетит вообще что-то. Ага, все, тихо. А он рядом со мной, оказывается, был. Вот чудик. Ну ладно, хер с этим, я этого не могу убить, реально. Ой. Эти же и на подходе, да? Стреляй в него, вот он этот стоит. Хули ты не стреляешь тут? Так, мне надо жизьки. Так. Здесь тут... Ой, фух. Ой, какое облегчение. Ой, фух. Жизьки. И противника убил. Так. Ну, насчет пулемета я
Не знаю, тебе смогу ли я... Нет, не смогу. Сейчас туда поближе подберусь и сохранюсь. Вот так вот. Ага, чтобы по 100 раз не выходить. Нихера себе! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, нормально. Черепурик. Как ты мог меня убить, в смысле? Или базука у него здесь? Кто? Как? Чего? А, это человек! Солдатик! Я думал, это оружие. Серьезно, что ли? А как я тебя убью? Она автоматическая хо... Что? Блять! Я не понял. На. Ой. Я вот сейчас прикола и не понял. Ой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Отвали от меня! Ни хрена, он сдох? Что за приключения пошли какие-то странные? Вроде все норм. Да, ура! Наконец-то. Давайте дальше двигаться. Или что-то еще. Что происходит? А, тебя ж надо убить. Пиздюк. Да сейчас. Вот, сейчас попробуем вас задеть. Нет, не задену я. Ты стреляешь через этот, через дерево. Идиот, блядь! Ты через дерево стреляешь. Сейчас тогда вот так вот сделаем. Медленно и как быстро пуля его летит. Замечательно. Ну-ка, если так сделать. Не, ни хрена не помогает. Блин. Нет. Сейчас еще раз. Я вдаль отойду. Блять, но это не помогает в этой игре. Я не знаю, ебало вокруг. Я дальше пошел. Что там дальше будет, не знаю. Меня уже начинают тут стрелять здесь. На. Кто тут еще есть? Где? А, вот. Ага. Угу. Ну кто еще? Так, стоп, что там? О, обойду-ка я его. Погодите. Он же не видит меня. Сука, еба! В смысле, чего? Как так вышло вообще? Не, ну это какой-то бред реальный. Ой, дайте мне силы. Я сейчас с ума сойду. Ладно, вот так вот сделаю. И обойти его надо. И уничтожить. Сейчас вот так вот попробую. Или его надо взорвать. Что за бред, блядь? Не, подождите-ка. Сейчас. Он умер? Слава ж тебе Богу. Все, движемся дальше. Минометчиков там не должно быть. Просто не должно быть. На... Я вообще не верю, что они там... Что? Кто-то стрельнул. А, да ладно! Пиздец.
По-моему, все, кобзда. Блять, помогите кто-нибудь. Охуенно, никого нету. Все, кого-то там уничтожили, по-моему. Куда там идти, блять? Мне надо наверх вообще как бы. Ой. Кто-то мне с базуки там херачит. А, сейчас. Сейчас. Где кто? Или это сзади? Ой, точнее, ну спереди. Ну что за... Вот. Ага. Сейчас как-нибудь проберемся вперед. Как вот туда попасть к вам? Ребята. Неизвестно, как это сюда вообще попасть. Но они сейчас замочат танк и все, и кобзда. А как мне быть? Как мне обойти все это? Попробуй так. Но сейчас ничего не выйдет. Я просто обхожу. Блять, нет, это какой-то бред какой-то, честно. Так, уходим. Блять, все равно попадает. Так, ага, аккуратно. А, тут путь есть. Я увидел, все. Все, сейчас. Сейчас мы все сделаем. Мне ж не попадут здесь. Почти конец сейчас. Сука. Все? Или кто-то еще есть? Бля, кто-то еще есть, я чувствую. Блять, один есть. Ладно. Сейчас мы уничтожим их. Умер, да? Ага. Так, давай. Ай! В смысле, он не умер? Как так? Что за хуйня? А, вот, там есть жизнь. Ага, жизнь, все. Отлично. Я это забираю. Ну иди, как бы. Я, по-моему, минометчику просто уничтожил. Дальше-то куда идти? Тип ХЗ. До этой точки мне... Да, дойти надо. Доезжайте вы быстрее. Какое дело в танке, чтобы советовать своим танкам? Угу. И чё? Радио в танке, чтобы советовать своим танкам? И чё? Убраны все бомбы. Задание сделано, скоро за тобой заедет танк. Я сейчас на танке буду? Это прикольно. Это охрененно. А, это еще не все. Но если бомбы убраны. Ну и... О! А чё они в такого цвета, ё-моё, не зелёного, какой-то другой. Меня не задави, блядь. Как будто на меня едут. Ребята. Ау. И чё дальше-то? Немедленно в танк! Ну, другую миссию давайте ко мне. И чё мне делать? Давай. А, это ещё не всё? Ну, поехали. И что дальше-то? А, понял вас. Сейчас. Пойдет. Ну, вы стреляете просто в танк, как бы, и не взрываете. Поэтому повреждения-то не должны попадаться, да? Верно? А эти что, нихуя ничего не делают, в смысле? Это что такое вообще? О, блядь. Тихо, давай, стреляй. Отлично. Так, о. Давай. Вспомнил, как я недавно играл Battlefield 5. Давай. Ага, надо идти к основной дороге. Блядь, ну я-то тут ни при чем. Это как бы не я управляю танком, кстати.
Так, а что дальше тут? Тыц, тыц. Сколько тут уровней интересненько. Так, и... Это причем одна еще миссия. Я теперь понимаю, почему я не прошел бы в детстве. Так, и... О, мы движемся дальше. Вот он еще идет. Вот он еще. Сейчас еще раз сохранить. Наверх, давай. Ну, давай ты, блядь, ну... Ну, ясен хер, сейчас он меня заденет. А, ну ногу. И дальше-то что? Ух, блин. С одного выстрела? И его вообще легко. С одного выстрела. И сейчас там 600 танков на меня поедет, это ж вообще будет жопа. А, ну, по-моему, мои слова сбываются. Но только, правда, не 600, а две штуки пока что я на горизонте вижу. Так. А, я его не убил. Давай, иди сюда. Нихуя себе, что это? А вот теперь не с одного удара. Выстрела, точнее. Тут не с одного. Ну и? О! Отлично. Угу. Так, и где? Так. Ага. Блять. Да ты сдохнешь или нет? Вот. Офигеть. Ну крутые прям. И в пехоте, и на танке. Так, давай. Вау. Найс. А что там еще? Что? О, а это они там, да? Или это наши? Я что-то не пойму. Я пока... Ой, надо зачесался, я не вижу. Что там взорвалось? Давай. Какой длинный ствол. Так, и... А, наших уничтожили. Нет, наших не уничтожили. И что дальше? Уничтожь основной танк. Он прям здоровый будет, что ли? Мне интересно. Где? Я его не вижу пока что. Впереди будет. Длинная миссия. Просто ужас. Да, я бы реально... Я... О, ей. Не пока что. Основной танк. Основные танки, я бы сказал бы. О, отлично. Ебать! Отлично. Так, главное, чтобы нас не попали. Нет! Вы ничего не делаете, союзники. Вы охуели. Реально. Ничего не делают. На. Они за... Враги только заторможенные, кстати, я заметил. Они не так, как я стреляю. Или у меня танк такой охрененный. Уф. Нет, тут, по-моему, чекпоинтов даже нету. Что-то я в это не поверю. О! Клёво. А, клёво? Мы победили? Но у танка едет. Я думал, я проиграл. Зачтено. Зашибись. Просто уже задолбался это проходить. Ладно, сохраняться. Ну давай, ладно, сохранимся. Угу. Дальше-то что будет? Я надеюсь, по лесу мы не будем тут бегать. А надо оборонять мост. Ладно, хорошо. У вас 8 минут на оборону моста, на моста. Находись на мосте, отводи атаки. Слева от моста склад с оружием. Я вас понял. Но мне это не нравится на самом-то деле. О, понеслось уже все. Первые миссии были такие охрененные, типа, знаете, партизанские. А здесь уже пошло что-то, ну, не то. У вас есть 8 минут.
Ну ладно. Попробуем быстро все. Сейчас. Идем дальше. Кто стреляет? С откуда? А, это ты? Ладно, идем. А, во! Этот стоит, ничего не делает, зашибенно. Я люблю тупизм ихний. Опа. Блин, какой штык? Ты что делаешь-то? И где? Так. Вперед, в атаку! Вот этих вот уничтожаем. Вперед. Надо бежать. Ага, отлично. Так, вот этот мне нравится. Сейчас танки, наверное, будем уничтожать, так понимаю. Вот там стреляем, блядь! А, не вижу. А, вот. О, спасибо. А то я не вижу ничего. Мост, отлично. Здесь ты... А, здесь ничего нет. Ладно. Так. Ага, отлично. Попадает меня, нет? Нет. Почему мне 8 минут дали, кстати? Какого хрена? Погодите. Сейчас еще раз, по второму разу. Не попал. Не попал? Ах, что? Я не попал. Блин. Неудача, ебануться. Так, сейчас. Опять неудача. Мне надо быстро уходить. Тихо. Да блин! Какая неудача, не понял. Я умер или что? А, ну да, я умираю. Кто у меня стреляет-то? Меня раньше так не стреляли. Сейчас, дайте-ка вы свинил так вот. А, нет, там... А как их убить-то? Ха-ха. Деловые... А, здесь так вот не стрельнешь. Я понял. Тихо, вот так вот. Ага. Блин, нет, стоп, нет, я хочу попасть. Блин, ну... Тыц. Блин, нет. Ага. Ладно, хуй с этим. Я что-то не пойму, а как мне стрельнуть-то? Сейчас. Педиат! В пол стреляю, что? А как быть? Не понимаю. А как мне... Что за хрень? А как мне уничтожить? Сейчас. Фигня какая-то. Погодите, сейчас. Я попробую уничтожить. Когда будет лететь самолет, я попробую его уничтожить. Я что-то не могу. Скольки раз он, с какой попытки у меня вообще получится? Интересно. Вот он летит. Сейчас. Нет. Сейчас, стоп. Еще раз. Вот. Не, ну один патрон. Боезапас потратил, нет. Да что за. Ну-ка, если сам стрельну. Блядь. Блин, а что делать-то? Что-то я запутался вообще. Честно говоря, у меня что-то не выходит. Еще выше, что ли, вот. Раз, два, три. Ну, блядь, ну попало же в крыло, ё-моё. Так нечестно. Блять, я охуею. Я не понимаю, а как тогда мне уничтожить их? Подайте сигнал хоть какой-то. О, ура! Я попал.
Сейчас. Кто там? Кого стреляет? Погодите. А, вы и этих не можете убить? Серьезно? А я тут корячусь с этими. Ебанулся. Просто пиздец. Ребятки, ну это... С двух сторон. Это как-то слишком. Да, блядь, иди ты нахуй. Что делать? А, у меня граната есть, точняк. Сейчас все, все, сейчас все будет. На. Что там? Все нормально у вас? Ой, блин. А что это гранату я не кидаю? Давай, во! Блин, тебе все там нормально, чего вы стреляете там? Блять, нихуя, гляньте-ка, вообще не выходит. Сейчас присядь, Ну если я... Ну вот, блять, это зажимать надо. Давай, иди. Ой, я нечаянно. Сейчас, я понял, как будет. Сейчас. Давай, во, вот так вот. Умер? Блять, этот не умер, кстати. Глянь. Кто в меня стреляет? Бля, это игра уже надоело, если честно. Как быть-то? Кто там, наш стреляет или кто? Я вообще не пойму. Свой? Ну и хуй с ним. Если он сдох. Я даже не... Я не знаю просто... Как дальше быть? Ну, умер, ладно. Я понял, ладно. Но он должен же умереть. Нет. Мне интересно, почему? Сейчас. А то есть у него жизни не отнимаются. Это просто ужас. Сложновато достаточно. На. Ну, он же должен умереть. О! Отлично. Ну-ка. Ну и... По идее, ну. Так, ну и почти. Давай. Ну и. Ура! Я уничтожил всех, да, там, да? Ну и этого осталось, кренделя, на. А почему их столько здесь много? Вау! Здесь много всего, а у меня времени-то мало, наверное, уходит. Ух, бля. Ладно, сейчас надо срочно все это делать. Тихо. Тихо. А как быть-то теперь? Блядь, ты летишь сейчас? Вот тебя надо кокнуть сейчас, явно. Нет, сейчас еще раз. Блять. Ну, подбил, по-моему. Ну, вроде как бы. Ага, отлично. О! Да ладно. Ай, там еще и танки идут. И что делать? Ну-ка, стреляй-ка ты. Ну ты ж не попадаешь.
Так, погоди-ка ты. А здесь можно? Отлично. Так, а в тебя можно? Нет, я так не попадаю. Так, сейчас, еще раз. А, что это туплю? Погоди. Ой, весь я убил, ладно. Да, блядь, я не... Я, наверное, не хочу этого делать. Я же запутался в этом управлении. Погоди-ка ты. Так. Я потратил много времени на эту хуету. На то, чтобы их убивать. Все. Нет! Что? Неудача, я умер. Так, ладно. Погнали. Отлично. Ага. Меня собьют сейчас и убьют. Ладно. Блин, один этот выжил, сейчас мы подобьем. Ага, отлично. Так, теперь этого. Ну хули, блядь! Ай. Назад. Тихо. Вот здесь вот надо сохраниться. Блин. А здесь реально проблема, уже все понеслось. Ай. Так, сейчас, тыц-тыц. Блять, а как тут быть-то? А меня в этой зоне не видит. Ага. У меня, в принципе, много аптечек. У меня даже здесь аптечка. Блять, уёбище, что ты творишь? Как-то так вот попробую. Сейчас. И здесь я сохранюсь. Ага. Вот. Вот. Так, ну и... Блять, ну в жопу тебе. Блин, а тут я не попадаю. Как быть? А здесь я в себя, что ли, стреляю? Что за бред? Кто это создавал? Какие-то байки словно. Ой, бля, опять в меня попал. Я только вышел, но... С отсюда ж нельзя стрельнуть, да, верно? А, можно. Ладно, ну что ж, поговоримся дальше. Я думаю уже, если честно, заканчивать играть, но не. Я посмотрел в интернете, что только осталось. Надо добить, надо добить. Так, защищаем мост. Сейчас. Блять, меня опять убили. Сейчас, назад. Тихо! Не надо меня тут убивать. Сейчас, я достану его прямо. Интересно. Ну-ка. Нет. А, не. Ну-ка. А здесь? Блять, опять нет. А, я знаю, что делать. Я знаю, что делать сейчас. Пиздюк. Блять, ну. Это хрень. Нет, я отказываюсь. Заново, заново. Вот. Вот. Блять, ну. Хуй, блядь, ты туда стреляешь, да что за... Зато в меня попал. Ой, блядь, я не могу, я просто в ахуе, я просто в шоке. Так, ну-ка, и... Я здесь сохраню, чтобы по 100 раз не бегать. Вот, короче, я нашел точку, так скажем. Вот.
Отлично. Так. А как же этого-то убить? Сейчас, вот, стоп, 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 стоп. Опа, давай. Сколько там раз ему надо? Ага. Давай. Раз, два, три. Давай! Блин, типа, попаду я в него. Клёво. А чё те были? Блять, погодите, я запутался. А те? Ну, помните, с кем мы воевали? Приезжали на джипах. Хули они там были? Что? Вообще не понял. Что они там были? Ну ладно. Через автомобиль уничтожь мост на линии атаки. Через автомобиль? Это поезд, что ли? Вау. Хорошо. Этот мне больше нравится. Ура, наконец-таки. Так, ну-ка. Это наши, это наши, это наши. Так. Оборачиваться я на 360 градусов могу, да? Вау. А это я могу стрелять. О, отлично, что переключился. Иди сюда, сука. О. О. Нормальненько. О, вот они, вот они. Ой, танки. Ё-моё! Ох, блин. Что это за машинка? О, такую машину я никогда не видел. А, они там не проедут. Нормально. Кто-то меня начинает стрелять. О. Так, тихо. Сейчас. Ну, по-моему, у нас все нормально. Нам не отняли ни сколько жизни. Тыц-тыц-тыц. Ага. Этих мы тут уничтожили. Я чувствую какой-то подвох. Здесь трудноватенько будет. Или нет? Ладно, посмотрим. А если я все буду стрелять, что будет? Ничего. Ладно. Чтобы по 100 раз не выезжать из этого туннеля, я просто сохранюсь вот туда. Так. Тихо. Ага. Отлично. Кто там еще? Тихо. Поналетели тут. Я же не попадаю вроде как. Что за херня? Стороны. Вроде попадаю. Ой, тихо. Блять, в этого надо стрельнуть же. Давай! Не, это надо вот это вот. Давай, стреляй! Отлично. Я хоть и без ног. Ой, без рук, без головы, но живой еще. Ладно, давайте-ка сохранюсь. Нормально, пока все идет по плану. Фух, там кто-то есть, что ли, впереди? Или мне показалось? Где кто? Сейчас самолет, мне кажется, будет. Опять самолет будет. О, как раз он. Иди сюда. Бля, я не попадаю. Даже не пытайся меня стрелять. О! Попал. Норм. Так. Ну пока нет. Тихо, опять же, кто там? Ай. Ну теперь эти будут лететь, я уже понял. Я уже понял. Воу. Давай, иди сюда. Давай. Помогу, дружище, вот. Отлично. Сколько нам еще там ехать? Надо хз. Вот он, стоит, вот он. Давай, ждет нас. Что за хуйня? Я бы его уничтожил бы. Не понял. А что он стоит, ничего не делает? Ну ладно. Раз уж так. Что-то мы долго едем.
Кто? А кто мне руки уже оборвал? Кто посмел? А! Ну-ка. Так вот, кто посмел это сделать. Блять. На, давай, вздыхай. Отлично. Сука, на! Уничтожь мост. Каким образом? Давай. Ты вот так вот, что ли, или как? Как вы хотите, чтобы я его уничтожил? Вау, никто ясен. Уничтожь мост. А, вау! Это все? Зачтено. Заебись. Нормально. Четко. Ну там чуток награждение синего. Ну ладно. Так, считаем. Иди! Просто иди. Найди радио в лесу и доложи на базу. Берегись, там враги, не умирай. Спасибо за советы. Ох, блин. Так, стоп. Как там ползти-то? Но я никогда до этих моментов не доходил. Вау. Блять, а как мне быть? Как мне идти вперед? Обходить это все. А, ну да, жизнь-то и нету. Но тут времени хоть нету. Ладно, я сохранюсь. Странно я, но сохранился. Отлично. Никогда не думал, что такая локация вообще будет в Армии Мэйна. Хм, замечательно. Так, забираю. Ага. Кто-то меня сейчас стрельнет, я чувствую. Чуваки, выходите, чего вы там стоите, ё-моё? Гляньте-ка, ждут. Чего вы ждете? Вы меня ждали. Впереди от в атаку. Блять, ну я сейчас сдохну, наверное, естественно. У меня больше ничего нету, но гранаты есть. Блять. Ну, начинается все, сейчас буду подыхать. Да. Сейчас здесь сохранюсь. Бля, как быть-то? Не, с отсюда стреляет. Да, вот, надо самого крайнего убивать. Да? А как быть все равно? Блять, ну... Все равно меня убивают. А как? Ползком? Меня и ползком убьют. Наверное. Или нет? А. Тихо, сейчас. Блять, я сохранился. Не вовремя, блять. А, я не сохранился. А, нормально. Давай вот так вот. Опа, опа, как лягушка. Тыц. Давай, прыгай, давай. Доберемся мы или нет? Интересно. Гляньте-ка, добираюсь. Отличная тактика. Лягушащая, так скажем. Отлично. Во! Зашибись, вот нормально. Так. Как лягушка, так тыц, и вот. А, теперь ты остался, давай, иди сюда. Айон. Странно. Убил, что ли, его? Все, вперед, я всех тут уничтожил. Хотя, кстати, тактику примените, если будете играть, она вот все время помогает. Ага. Так, если я подлечил, идем дальше. Так, бежим. Танк? Ой, блядь. А как быть?
А, вижу, вижу, вижу. Опа, опа. Сейчас. Аккуратно. Блять. Обойти бы. А кто еще стреляет? Не понял. Да как? А как мне еще идти? Я, по-моему, понял. Иначе я не знаю, как быть-то. Блять, ебучий камень! А как быть тогда? Ау, не попал. Хо-хо, вообще не попал. Нормально. Так. Целься, давай. Попал. Нет, я в воздух, что ли, стрельнул? Сейчас, стоп. Опа. Не, это какой-то бред уже. Нет, не-не-не-не-не. Вот, блин. Да нет-нет-нет-нет-нет, так не пойдет, ну блин. Поднимать эту базуку еще надо. Кстати, я заметил, он то так стреляет. Ну-ка, сейчас попробую просто пойти вперед. Сейчас. Ура! Ой, не попал. Не-не-не-не, надо поближе подойти. Ой, если... А, это меня стреляет. Все. Сейчас попробую впритык. Давай! Во! Во! То, что и надо было. Отлично. Обходим. Сейчас как-нибудь... Блять, кто? Пиздяки, вы сдохните, поняли? Опять он. Давай, падай. Ну, что это такое? Ни хрена себе. Сделали что-то. Умрет он? Интересно. На самом деле я подрываю Синеона. Так это пиздец. Как так? Нереалистично. Ну иди дальше, чё встал. Ой, блин. Бесит! Так, давай. Ага. Сейчас, 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 сейчас. Теперь туда. Ну я не докину, но постараюсь. Докинул, нет? Не, по-моему. Бляха-муха, еще с этих надо. А, этот, о, этот меня стреляет, все, я понял. Блин. Зря это сделал, конечно. Сейчас я попробую обойти. Ага. Найти радио. Да сейчас это все закончится. Сейчас надо всех убить просто. Как так поступить, как их убить? Сейчас вот так вот попробую. Но у меня есть способ еще лучше. Сейчас. Блять, ну... А есть кто-то тут? Нет. Залпом бы сейчас убил бы. Опять это отскочило. Так, не тем, это не тема, нет. Кого я убил? Почему этого с пулемета я не могу уничтожить просто? Напросто. Интересно. И почему я этого не могу убить? Зато меня могут. Ебать, блядь, разработчики, что? Как так? Ой, я стреляю, я в них не могу попасть. Вот, сейчас.
Чё это я не могу уникнуть? А, во, вот сейчас попал. Ага, отлично. Нет, этот меня убивает. Ну, сука, как ты меня заебал, честно. Сейчас обойду. Вот. А как он попадает? Да. Ой, это уже начинает раздражать. Куда ты кидаешь? Ты дурак, что ли? Ай. Да уж. Сейчас. Не, ну он... Ты вышел, выше. Вот, ну-ка. Но должен был уничтожить кого-то, кстати. Сейчас. Ай, меня попадает. Блин, сука, этот дурак остался, по-моему, один. Ну-ка, он так сдохнет здесь. Да! Да. Значит, мне надо... Как таки, блин. В другую руку бы взял бы и кинул бы. Что-то, блин. Ну-ка, а если так? О! Е! Да! Наконец-таки. Сука, на! Всех вас убил? А зачем мне это? Не знаю, но тут есть радио. Доложить на базу, что мы все тут сделали, или дальше надо наверх идти. А, наверх еще. А, да, реально. То есть я мог. А, нет. Ну ладно, где это радио? Дальше? Нет, ну... А! Извиняюсь, радар только заметил. Ну и где это все? Клёво! Все. Сколько там уровней осталось вообще, без понятия. Надо-то пройти, надо-то пройти. Читаем. Игра не такая большая. Так, на холме два Тана. Убей их. Взорви базу Тана бомбой. Тебе надо найти несколько бомб. Вон я вижу, стоит. Ага, отлично. Кто со мной-то? Не понял. Ну это хоть не на время задания, слава богу. Оу! Блять, попал же все-таки, скотина. Тихо. А-а-а! Вставай, ю-ёбик, блять! Ладно, у меня же ничего не осталось. Ну, конечно. А, ну-ка. Это мне пригодится. Это мне пригодится. Кто это? Кто это у меня начал так стрелять? Тихо. Мы просто вот так вот стреляем и все. Нормально. Кто дальше-то? Сейчас бомбу вот эту вот еще надо взять. Угу. Так, ага. А куда их-то ложить-то? Вот эти вот бомбы. Вот сатанец. Так. Ага. Ну ладно, пофиг, я и так пойду. А там жизни сзади нету, но ну-ка надо проверить. И надо ли это уничтожить? Погоди. Или нет? Или вы?
Не знаю, ладно, я здесь сохранюсь, еще что загружусь. Фух, ну местность красивая. Так. А, мне дальше надо идти, вижу, вижу. Блин, я пока когда-то забываю. Это муляж, да? Ладно. А, вот вижу, вот это взорвать надо, это точно. Давай, 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 давай. А где тот? Блять, еще и этот стреляет здесь. Засаканец. Ладно. Тихо. Никуда не уходи. Этот идет. А тот уходит. Ну ладно, ты никуда не убежишь. Я сейчас тебя убью, блядь. Да что ты меня тогда убил? Вот, отличненько. Сколько у вас тут? А, все? Типа... Это так надо? А, ну ладно. Я должен был там уничтожить еще, куда выходит. Да? Или... Нет, у меня... Три бомбы выходит. О! Не знаю, дальше идти или нет. Мне кажется, тут за... еще надо было заднюю закрывать. Так что идем. Вот эту вот задненькую. Я так и сдал, просто не сделал. Но мне кажется, надо. Да. Вот эту, да, надо взорвать. Что ж, сильно примечательная она. Ну и? Или нет? А, зачтено, все. А, на две штуки говорили. Ну окей, зашибись. Вот это задание. Вот это клевое задание. Вот это понимаю. Вот это круто. А те задания, они слишком большие были. И, ну, относительно убить всех. Ой. Окей. Недалеко есть бензин Тана. Тана, значит. Ну возьмем, если есть бензин. Окей, ладно. Деревушка. Теперь мы на их земле выходим. Иди сюда. А, я думал, здесь кто-то стоит, сидит, ё-моё. Ох, бля, начинается. Блин, а как бы... Блин, тут нас жестко будет мочить, я чувствую. Блин. Ну, стреляй давай в него. На того. Так, сейчас. Да-д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 а, давай, беги, стреляй. Отлично. Ага. Так, меня не должны здесь засечь. Просто не должны. Ой. Пропадают текстуры. Я хоть могу увидеть, что там происходит, кстати. А, можем дальше идти. Вперед. О, тихо. Это немного жизни поднимется, если мы выйдем. Ой, бляха-муха. В открытое пространство, ну так скажем. Я же за камнем. Хотя на открытом пространстве за камнем. Хотя ладно, что я несу. Мне попадаться, короче, под пули надо. Ни самолета, ни того пулемета. Блять, сохраняться опасно очень. Что я, блядь, делаю? А, ладно. Так, вот, отлично. Это мне пригодится, это я... Знаю, кого подмочить уже. Угу. Тихо. Ой, бляха-муха. А можно так вот? Прикольно. А я сохранюсь. Вот так вот здесь. А, все равно здесь есть аптечка. Поэтому
почему бы и нет. Если наша задача убить всех, да, я готов их размочить, давай. А еще дальше выходит идти надо. Да? Ага. Идем. Тихо. Ага. Блин, кто-то там еще есть, явно. Тихо тебе. Ну, я готов с такими вот на жизнь идти. А, все, я сейчас, по-моему. Ой. Сука, нет, пока не убьет. Бензин, что там? Нихуя себе. Расплавлен. Мы плавимся, да. Прикольно. Бляха, муха. Вот это вот плохо. Бля, и этот еще летает. Вау! Это охрененно, вот клево, да. Мне нравится эта миссия, то что мы так подошли, взорвали. Ну где-то еще 3 миссии, может, осталось, или сколько там. Тан остановил нас у города. Угу. Танки для слома Тана. 10 минут на убийство танков. Блять, вы что, издеваетесь, что ли? Не-не-не-не, так не пойдет, это что тут? Нам надо танки, короче, уничтожить. Нихуя себе! Как нас тут хреначит. Ой, бля. Так, тихо. Нас уже уничтожает. Кто? Ё-моё. Но сейчас нас будет стрелять. Ну, норм. Ну, танки и... Но у меня-то нету никаких базу. Ничего. Но это тоже не пройду никак. Блин, а как? А как быть? И... И чё, и как быть? Как я пройду-то сюда? Танк ждет, я жду. А, сюда надо. Блин, у меня 10 минут, как бы. Движемся, давайте. Ну да, естественно. Надо повернуть быстро. Давай. Норм. Погнали дальше. А, блядь, не норм. У меня ноги одни остались. Ой, блин. Надеюсь, что здесь сколько танков будет? Мало. Очень мало, надеюсь. Еще время, блин. А как я... А как я танк уничтожу? А! Нифига вы деловые. Ну-ка, давай. Ага. Так, отлично. Меня сейчас просто убьют нахуй. Что происходит вообще? Чего? А это что такое? Здесь расплавлено. Где базуку-то взять? Наш танк будет уничтожать его? Или как? А, он просто здесь стоит, ладно, понял. В смысле, кто там стреляет? Ты что творишь-то? Ладно, идем туда. Это вы трофей себе взяли, что ли, блядь?
А, ну тогда движемся, все. Изи. Блин! Тихо. Ого. Блять, ну ладно, сейчас. Ни хрена себе. Сколько тут всего можно взять? Ну, базуки я имею в виду, сколько всего можно взять. Сколько можно взять базуку здесь? Охуеть! Ладно, сейчас я подойду и сохранюсь. А, бля, тот чел стреляет, вижу. Ну, дальше давай, иди. Что за бред? Глюки в игре! А! Почему я дальше не мог идти? Что-то странновато очень. Что? Блять, ну! Это кринж! Почему я не могу его уничтожить? Вот! Блять, меня тут уничтожили. Я вообще охуею, ну. И меня убили, да. Заебись. Как они меня могут убить-то? Да реально? Через стену? А, вот кто меня убивает. Ну, давай, я тебя тогда убью. Только я тебя не могу убить. Давай, ну-ка. Давай, иди дальше. Или меня так тоже убьют. Бля. Блять, я спотыкнулся об базуку, такое ощущение. Так, давай. Блин. Да как? Как быть-то? Ну, ай. Блять, ну подойдите, убивайте. Пиздец, они даже не идут. Ребят, вы где? Ну и? Я от сердечного приступа поверил, что я сдох, а не от пули. Вот это раз. Да что за... А как быть? Базука. Вот. Ну иди дальше. А, я могу сейчас прицелиться и выстрелить. Сука! Какой ты мне... Блять, им есть эта кровь. Что это такое? Ладно. Вот как дальше быть, вообще не понимаю. Отлично. Ага. Пидорка этого убили. Убили, вижу. Так, все норм. Этого убили, все норм, все, погнали. Блять, ну уже можно выдохнуть, потому что все норм. Сейчас этого убьем. Блять, так это. Блять, все равно попали. Ладно. Какой урод меня стреляет, а ну заткнись. Кто? Нету, тут никого не вижу. Блять. Ну почти, кстати. Сейчас. Сейчас мы уничтожим. Давай. Ага, все. Что там надо уничтожить? А, танки. Раз, два. Угу. У меня есть 10 минут. Ну сейчас. Я еще вернусь, потому что я ж тогда не уничтожил танки. Танк, точнее. Сейчас. Что вы здесь нахуй делаете? Вот именно.
Во. Вот. Теперь дальше идем дальше. По-моему, все, капсдан. Такое ощущение. А. Много базук. И это довольно странно. Почему? О. Сейчас. О. И. Как бы все... Ой. Ребят. А чё они не живые были тогда? Что происходит? Почему? А чё я... Блин, я не знаю, что происходит. Почему не реагировали тогда? Это для меня странно. Ой. Всё, как бы, наверное. Ну. Не, а чё они не реагировали? Какого фига? Почему? Ну ладно. Так, что там дальше? Бомбометы идут в город. Угу. Уничтожьте багу Тана. Чего? Очисти все от стрелков. Что за бред, блядь? Написано же так было. По крайней мере, так переведено. Но хоть не на время, слава богу. Так, эта локация мне уже начинает нравиться. И я ее боюсь. Да, я тебя не уничтожил, кстати, по-моему. Или уничтожил? А, ну ладно. Педиат! Ой, блядь. Все, я понял. Идем туда, идем туда, идем туда. Сюда. Ага. И тут я сохраняюсь на всякий случай. Это последняя миссия, что ли? Хотя вряд ли. Наверх сберись ты. Ой-ой-ой-ой. Он наверх не может забраться. Ну нельзя, нельзя, значит. Блин, ну реально нельзя. Но ради этого я не полезу. Будем тогда стрелять. А, чё это там вы стреляете? Так, опа. Где вы стрелки? А ну покажитесь. Придется. Давай. Стреляй. А, вон. Ага. Далековато идти, ну-ка. Сейчас. Да не так уж далеко, в принципе. Так просто надо всех уничтожить здесь. Блять, ну... Кто? Кто это сделает? Блять, меня бесит, что с откуда-то вообще хуярит меня. Вот это я не люблю, когда я не вижу, кто. Кто-то меня хуярит. Неизвестно откуда. Покажись. А, вот с откуда. Вот, все вижу. По-моему, это ты здесь, да? Сволочь. Давай, ну... Блядь, вот тут неудобно управлять. Нет, тут никого нету. На удивление. Так, сейчас наверх, наверх, наверх. Так, сейчас. Мне же будет попадать здесь. Угу. У меня жизни-то достаточно, нормально. Да. Опа. Угу. Все равно меня кто-то хочет убить. Кто? Так, откуда? Вот здесь кто-то будет. Писец. Опа! Опа, нападаем. Давайте, ребятки, давайте уничтожаем врага. Вот, ага. Сейчас это я заберу. Гранаты не нужны.
Ну хоть не на время здесь. Так, сколько нам там? Почти. Погнали. Так, идем сюда через эту... Через этот ход, путь. Давай. Нет никого. Замечательно. Если никого... А. Что-то много противников будет, что ли? Сейчас. О, сейчас. Я думаю, это наши бомбометы будут. Блин. Мне не попадут или нет? Кстати, мне 12 FPS, когда я стреляю. Ну и? Давай, иди сюда, ё-моё. Давай. Блин, не могу попасть. Но это хоть получше, чем в Battlefield, если знаете, как я играл в него. Блин, ты чё, прикалываешься, что ли? Не, у меня не выходит что-то. Подлетай, давай. Ну и... Короче, может нахуй идти? Я не могу у них стрелять. Идем дальше. Вы не могли их убить? О, боги, все придется мне делать. Они не могут без меня, ясно. О. Я теперь понял, для чего это. Если эта пушка не помогает. Так. Идем. Или это танк сейчас будет? Кто бы это мог быть? Оу, кто? А, ясно. Понял. Сейчас. А это что? Что вообще происходит? А это кто был? Ну я рядом, я очень рядом. Так, стоп. Пошел ты отсюда, вот! Наконец-то. Вот. Ага. Так, отлично. Кто там с пулеметом, что ли, кто-то стоит? А-а-а, в бой, блядь! Тихо. Нет. Клёво. О, меня убили, но я... я прошел, как бы сами все видели. Нормально. И что дальше-то? Ну не конец же. Убей всех за несколько минут. Нахуя за несколько минут всех кого-то убивать? Это как-то странно довольно-таки. Почему я должен за некоторое время кого-то, блядь, убивать? Что за челленджи вы мне даете? Ну, по-моему, сейчас нормально, меня ни разу не ранили. А, нет, дружок, так не пойдет. Ага. Так сойдет. Угу. Так, а там что меня ждет? Как будто ощущение, как будто я в Сталинграде, кстати. Такая вот атмосфера. Нихуя. Что? Что это такое? Ужас. Ужас. А это что еще такое? Конечно, неудача. А вы чего ожидали? Так, тебя я уничтожаю. Давай, выскакивай. Блять, какой, гляньте-ка. Не выскакивал. Так, отлично.
Так, это мне докуда надо дойти сейчас? Оу. Так, аккуратно, 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 аккуратно. Давай, блин! Блин. Тихо, 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 тихо. Блять, меня тут попадает. А мне не могут отсюда попасть. Иди нахуй. Минута. Какая минута? Почему минута? Какая нахуй минута? Чего? Какая минута? Минута, минута, минута. Мне предлагают за минуту все тут разъебать, что ли? Что? Это теперь... Почему минута? Я за минуту не успею это все сделать. Это пиздец. Ты дурак. Это кто ставил мне? Ну, серьезно. За минуту я не могу, нет. Извини, это не ко мне, дружок. Давай сохранюсь. Ау, блядь, ну и как? Мне интересно, а как его убить-то? За минуту. Тихо. Я за минуту не могу ничего сделать. Блин. Блин. Ну и попаду я. С одного раза, значит. Ага. С одного раза. Тихо, 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 тихо. Я сейчас знаю, что делать. А почему минуту? Да хуя требуете, я бы сказал бы. Давай. Отлично. Так, и почему минуту? Минута? Почему минута? Это слишком много. Ой, я ничего не... Не, не, дружок, за минуту я не смогу. Если это... Не, может, это пираты сделали все. Я не спорю. Почему минута осталась? Блядь, теперь он тут меня попадает. Нихуя не понимаю. Вот он, чё он не умер? Короче, посмотрел я в интернете, и надо было эту хуйню уничтожить. Причем тут убить всех? Я не понимаю, что за бред. Почему я должен убивать всех? Почему тут так написано? Блять, а тут я себя убил. Ладно. Так, 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 сейчас. Да блин! Иди-то нахрен. Так, сейчас, стоп. Да блин, она меня попадает! Что делать-то? Сука. Блин, он попадает реально. Что делать, что делать, что делать? Блин. Ну блин! А я не знаю. Попадет он здесь мне. Блять, да все равно. Сейчас. Сейчас я буду тут вот так вот. Ну-ка. Ага, отлично. Ну-ка, давай. А, и ты. Клёво, солдат, захуя всех убивать. Почему это было написано, неясно. Читаем. Что, все что ли? Капрал Дерри был сделан сержантом. Капрал какой-то... Короче, я сержант. На этом конец, как бы, я так понимаю. Да?
Но в целом тут сюжета не было, но ладно, читаем. На этом все. Ладно, наконец-таки. Я уже хотел забрасывать игру, но, блин, уничтожить всех, конечно же, блин, конечно, ну да, уничтожать всех. Нет, я на самом-то деле надо было вот это вот уничтожить. То есть, если у вас был такой затуп, так скажем, ну не то, что затуп, а то, что вас наебали абсолютно русские локализаторы, убей всех. Ой, ну еще тот трэш. Ну так, в общем, что я могу сказать по этой игре? Если честно, она прикольная, но если придраться серьезно, то, блин, здесь в принципе нет сюжета. Это еще ладно. Игра маленькая, и концовка еще не та. В общем-то, просто для детишек такая вот игрушечка. Но мне в целом понравилось. Я, как и говорил, с точки зрения ностальгии, да, это вот прикольно. Но, как бы, с другой точки зрения, нет. Типа, тут ничего такого важного нету. Ни сюжета. Как я говорил, концовка, блин, ну, никакого даже видеоролика. В общем, как-то вот так вот. Но было интересно все-таки вспомнить детство, пострелять. И я рекомендую все-таки сыграть тем, кто не играл в нее. Вот я вам рекомендую. И те, кто очень давно хотел сыграть на плей... Ой, в эту игру, в общем. И как-то не решался, и на мой канал зашел, то да. Я рекомендую. Все-таки вспомните детство. Я это ощутил на себе уже, я уже прошел. Я остальные армимены буду проходить все-таки. А это прям, блин, неожиданно то, что она настолько реально короткая была. То есть я в принципе на PlayStation уже мог бы пройти. Удивлен. Удивлен сильно. Ну а так-то, если ставить этой игре... Ну, давайте серьезно. Я еще раз говорю, с точки зрения ностальгии она клевая. Но если не брать ностальгию, игра, на 6, на 5,8 из 10 где-то. Не, ну на 6, ладно, из 10. Потому что я минусы, ну не минусы, как это сказать. Ну, короче, вы поняли, в общем, я это и засчитал, то, что тут нету сюжета, никаких роликов, вот у меня лично не было. Концовка какая-то не такая. В общем, такие дела. Для меня это 6 из 10 будет. Но еще раз говорю, я вам советую. И пишите в комментариях, у кого тоже был диск Армимен, играл, и я хочу посмотреть комментарии истории, точнее, как вот вы познакомились с Армименом. Ну, если не помните, просто опишите свои эмоции, как вы играли. Где-то там вы тупили, может быть, много раз. Ну, либо где-то у вас просто не получалось. Поэтому я буду рад прочесть, потому что Армимен — это часть моего детства. Счастливого детства с PlayStation 1. Ну, я с вами прощаюсь, с вами был Никита Сумакакайта. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Еще раз говорю, с вами был Никита Сумакакайта. Скачивайте Армимен и наслаждайтесь. Я, как я сказал, средняя, но может для кого-то будет и оценка и побольше. Все, пока.